Друзья, всем приветик еще раз. С вами Дмитрий Букин. И я вот сейчас недавно трансляцию проводил. Что-то как-то качество плохое было, связь с интернетом в лесу. Ну, на то он и лес. Поэтому там все заикалось, и похоже, что мою мысль сложно было понять, потому что это был набор фраз, как будто каждая вторая фраза выдернута. Вот. Что я хотел сказать в этой трансляции? Я хотел рассказать о том, что вот вчера у меня случился небольшой перегруз там по работе, много дел, интенсив такой случился, и мое сознание слегка перегрузилось, ну даже не слегка, а так достаточно напряженно я себя чувствовал с утра сегодня. И когда я начал делать какие-то дела свои, повседневные дела по работе, то я почувствовал, что эти дела у меня просто не делаются. Они не делаются, потому что этот перегруз, он мешает. И чем больше я прикладываю усилий, тем больше это напряжение внутри меня и неудовлетворенность росли. Ну и поэтому я принял вот такое вот решение пойти немножко погулять в лес на пару часиков. Вот. И когда я так вот гуляю, я уже, наверное, часа полтора гуляю, я уже чувствую, что мое сознание обновляется. За это время я не слышал звуков, которые я слышу там, находясь у себя дома за рабочим местом или в городе. Я не вижу тех картин, которые там, проезжающие машины, выхлопные газы, ну и прочие блага цивилизации, которые мы каждый день наблюдаем. В лесу этого просто нет. В лесу есть вот такая вот зелень. Поют птички. И какое-то такое... Наступает умиротворение. Когда все это наблюдаешь достаточно продолжительное время, может быть, полчаса или час прогулки, этого недостаточно, чтобы сознание перезапустилось, как-то перезагрузилось. Ну, часика два, как минимум, уже через часа два я начинаю чувствовать, что внутри меня пробуждается какая-то энергия. Я опять снова хочу начинать делать свои дела, планы выполнять. И как-то процесс налаживается. Вот, и поэтому я всем очень рекомендую, когда у вас какой-то перегруз скапливается, вы выезжаете просто на природу, в лес, или выходите в лес, и гуляйте там хотя бы минимум пару часиков. Иногда даже это полезно там после работы вечером сделать. Вот, если у кого-то есть, в течение дня можно. Вот, и я очень рекомендую соприкасаться с энергией леса, с такой энергией, где нету никого и ничего, что напоминало бы нам о нашей деятельности кипучей, которой мы занимаемся каждый день. И в такой атмосфере наше сознание будет как-то очищаться от всякого мусора. Вот сейчас я уже чувствую, что такая в голове приятная такая как бы пустота, расслабленность. И в то же время некая энергия действия повышается. Ну, то есть хочется начать уже что-то активно действовать. Но я пока еще не позволяю себе что-то активно действовать. Вот решил заснять для вас видео, как некое активное действие, и поделиться этой красотой и этим состоянием своим. Вот. Возможно, вы даже слышите, как поют птички, где-то вот там, куда направлена камера. Я слышу, что кто-то пищит, жужжат шмели, все зеленеет, людей практически нету. Я встретил только одну гуляющую маму с ребенком в лесу. И больше никого здесь я не встретил за полтора часа. И сейчас я иду вот по этой тропиночке, которая видна сзади меня. Но до этого я гулял и лазил там вот в чащобах, где вообще нет тропинки. И это тоже особого вида такая медитация, когда ты идешь по бездорожью, и нет тропинки, непонятно куда идти, немножко так как будто заблудился. И отпускаешь свое логическое мышление и как-то предаешься этому процессу прогулки и куда, как говорится, куда ноги выведет. Ну и вот сейчас я нашел вот эту тропинку, по-моему, я уже ходил по ней как-то. Вот, в общем, всем рекомендую такую вот практику очищения своего сознания. Вот, в общем, все в лес немножко погулять, пока погода хорошая, а то опять дождики могут настать. И мало ли чего, какое у нас лето выдастся, надо каждый день использовать, чтобы заряжаться
и двигаться дальше к своим целям. А с вами был Дмитрий Букин, и до новых встреч!